Наступает время новогодней сказки. В музее Ситца открылась выставка «Серебряное Рождество». Ощутить присутствие праздника здесь может каждый посетитель. Предметы интерьера и гардероба, фото, елочные украшения начала 20 века. Кажется, каждый экспонат здесь пропитан запахами елки и конфет. Выставка необычна тем, что она соседствует с мастер-классом. Мы не только рассказываем о том, как ждали праздников, как собирали гостинцы, как наряжались, как ходили в гости, как украшали елку. Мы еще учим, как сделать украшения в ретро-стиле. Расписать елочные игрушки в традициях более чем вековой давности вызвалась целая группа ребят из художественной школы. Золотые шары с приглушенным блеском и замысловатыми рисунками – главное украшение. Старинный обычай, который больше всего понравился ребятам – вешать на зеленую красавицу сладости и орешки с предсказаниями на грядущий год. После мастер-класса каждый смог повесить на настоящую живую елку в центре зала свою игрушку, а в обмен взять предсказание и конфету. Мне понравилось делать шары, открывать предсказания. И увидел много интересного. Ждешь подарков не заря, завтра будет их гора. Восхитили посетители, конечно, и старинные подарки. Например, куклы немецкого производства и плюшевые медведи. Найти такие игрушки под елкой мечтал раньше каждый ребенок. Новогодним настроением удивительная выставка будет радовать ивановцев до конца зимних каникул. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.